их первый рубль. Ну, немножко торговал раньше. Вячеслав Симаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Кирова. У нас, когда работала так называемая барахолка на улице Рудницкого, где-то что-то, там какую-то вещь отнесу с ней, постою, ну, мамины сапоги, кофту у двоюродного брата, блок сигарет продал. Как бы для меня это не работа и не бизнес. Пытался помочь родителям. Производственный опыт, это начался с 8 класса. Я в летние каникулы устроился на спичфабрику «Красная звезда». Там у них есть станки по изготовлению упаковки для спичек. Рамка металлическая, туда укладываются 4 рейки, сверху фанера и как степлер такой вот большой. То есть там сдельная была оплата за сотню сколько-то копеек. Я изо всех сил старался как можно больше этих счетов сделать. У меня в первый день уже и правая нога, и левая нога уже их свело, потому что надо было нажимать на педаль. Вот так что это были мои первые деньги. Я тогда буквально за месяц там заработал 10 рублей. Потратил на мороженое. Потом у меня была учеба. Когда работал в институте, у меня было сразу, могу сказать, две трудовые книжки. У меня день рабочий начинался с вечера, я сторожил в одной организации, утром я бежал в детский садик, я там был оформлен дворником, потом с детского садика бежал в институт, учился, и вечером все повторялось. Деньги, ну, студенческая жизнь, она тоже как бы требует, затраты различного плана были. Допустим, на эти же, на дискотеки, на кафе, на девушек. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль.